100 лет назад прадеду Максиму Губанову его друг, известный в царской России аптекарь Ферейн, привез в подарок из Европы один из первых электрических утюгов. Так зародилась семейная страсть к коллекционированию, которая 2 года назад привела к созданию Московского музея утюга. Сегодня в его экспозиции более 1500 экспонатов. Некоторые – абсолютный эксклюзив. Внутрь засыпают раскаленные угли, ждут, тепло передается, можно гладить. Когда уголь внутри начинает тухнуть, чтобы его опять раздуть, таким утюгом махают, и за счет вентиляционных отверстий уголь опять раздувают. Помимо всевозможных утюгов – паровых, угольных, газовых, электрических – в музее представлены предметы быта, костюмы, антикварные экспонаты, датированные периодом от 15 до середины 20 веков. Создатели музея – члены Всемирной ассоциации коллекционеров утюгов. Когда один из ее членов решает продать тот или иной экспонат, они узнают об этом первыми. Все очень интересные. Какие-то напомнили мне мое детство, как я видела у бабушки. Это всегда связь времен. И то, что видишь, что давно уже утеряно в твоем поколении, восхищает, что люди сохраняют и приумножают, а отсюда начинается коллекция. Неотъемлемый экспонат музея утюга, расположенного на территории Измайловского Кремля, кот Антоша.